Попрошу вас, будь ласка, прокоментувати ряд заяв від очільника російської ФСБ Бортнікова. Він сказав, зокрема, про те, що за терактом в Крокус-Сіті стоять США, Британія та Україна. Це його одна із перших заяв. Також він скаже про те, що СБУ слід визнати терористичною організацією, а Буданов каже, що він є законною метою для ФСБ. При цьому він не каже, що Малюк також є законною метою для ФСБ, і не говорить про те, що ГУР, наприклад, потрібно також визнати терористичною організацією. Тобто, можливо, тут ну якби переплутав так керівників, можна зробити такий висновок, а може і ні. І в принципі, це є визнання того, що українські спецслужби обійшли російські. Як розуміти всі його слова про те, що весь цим терактом стоять, зокрема, США, Британія та Україна? Ну, вот спецслужбы за последние 10 лет наши украинские сделали ну, серьезный скачок в развитии, и это все это мы сейчас все прекрасно видим. Служба внешней разведки, молодцы хлопцы, работают по всему миру. Служба безопасности Украины, ну, уже в несвойственном себе амплуа в качестве серьезных групп добавляют довольно-таки довольно-таки большой плюс к работе по российской военщине и на российской территории в том числе, хотя это не свойственно по большому счету для службы безопасности. Но вот они себя и здесь хорошо показали. Главное управление разведки, та же картина, то есть развернулись, все полетели, все поплыли, когда еще ГУР или когда еще там СБУ летало и плавало. Вернее, ходила, извините, это плавает российское все, ходила по морю и ГУР, и служба безопасности. Хорошо ходят и довольно-таки неплохо. То есть и то, что террористы, главные террористы в мире, а это не ИГИЛ, это не ХАМАС, главные террористы в мире это как раз КГБ. То КГБ, которое 100 лет создавало террористические организации по всему миру и потом включало или выключало тогда, когда им это было нужно. Потому все эти товарищи террористы, главные российские террористы, еще кого-то будут террористами называть, ну, все поулыбались и пошли делать свое дело. Ничего нового, так сказать, вся эта террористическая КГБшная организация абсолютно не сказала. А к терактам, допустим, в России причастны само КГБ. Ну, мы же это прекрасно знаем. С рязанского сахара все это началось вот Крокусом, и я так понимаю, это все не закончится Крокусом, то есть еще будет много террористических актов, которые будут организовывать КГБ Советского Союза, которое там меняет только фасад, а как было КГБ, так и остается. Единственное, сейчас может быть проблема у наших друзей, у наших партнеров, у французов. Дело в том, что сейчас видно вот это связка после того, как Макрон, как Франция начала такую серьезную воинственную риторику против России, стала, можно сказать, локомотивом по принятию решений и психологических, в том числе в странах НАТО, по поддержке Украины, готовится серьезный удар по Франции, изнутри будет готовиться. Вот как раз я так думаю, вот КГБ российское почему и пропустило удар, а может и организовала удар ИГИЛа сначала по Москве, следующий удар будет по Парижу. Вот попомните мое слово, это из, так сказать, логики действий КГБшной. Именно так они действуют. То есть они сначала вырежут часть своего стада, а потом попытаются ударить по другим направлениям. Вот сейчас французам в этом смысле надо быть очень осторожным, причем именно подготовка, это все будет КГБшная, на это все и рассчитано, то есть попытаться как-то сбить, во-первых, воинственный пыл у Макрона, во-вторых, показать свое управление, ну, естественно, замешать, то есть как-то замешать в этой всей беде еще в том числе и украинские спецслужбы. Нам-то зачем ИГИЛ? У нас свои спецслужбы, нам, если надо что-то сделать, мы сами это все сделаем, нам кто-то не нужен, нам чужие руки в этом смысле точно не нужны. Почему как раз на Буданова и на Малюка вот такое сейчас, особенно Малюк, по-моему, его уже там чуть ли не где-то арестовывают, по-моему, какой-то из судов российских уже его там выдал ордер на арест. Это наши генералы, которые будут выполнять дальнейшую боевую задачу. Причем задача стоит уничтожение военных объектов России. Зачем нам гражданские? Для чего? Смысл тратить усилия на мирняк, тем более это не офицерское занятие.
А уничтожать объектов военных у России, ну, еще на несколько лет, это точно. Там это ж пока все перелопатить, всю углеводородку, всю металлургию, всю энергетику. Куда там еще отвлекаться на какие-то задачи, несвойственные спецслужбам? Пишеться, зокрема, в українські ЗМІ з посиланням на російські опозиційні, до речі, ЗМІ, про те, що російські політичні еліти не виключають, що Путін планує закінчити СВО взяттям Харкова, але готовий піти і на Київ. Мовляв, Путін відчув слабкість України після контрнаступу, що готовий йти до перемоги, а інше джерело, з якими спілкувалися журналісти, близькі до оточення Путіна, говорить про те, що Росія обставить більш реалістичні задачі – це взяття Харкова, при цьому рішення про наступ на Харків поки що ще не прийнято. Скажіть, будь ласка, в принципі, чи посильна ця задача для ворога і за яких умов можливо це? Нет ничего невозможного в этой жизни, по большому счету, если хорошо подготовиться и правильно, грамотно расставить акценты, силы, то есть это целый процесс, то можно выполнить, в принципе, любую задачу, ну, из выполнимых, по крайней мере. В Харьков, двигаться на Харьков российские войска могли бы, если бы вот всю российскую армию, которая у них сейчас есть на территории Украины, это около полумиллиона российских террористов, они, допустим, расположили в районе Белгородской области, на траверзе того же Белгорода, то есть от Белгорода на Харьков. Вот тогда можно было говорить о каком-то движении на полуторамиллионный город. На данный момент, вот на данный момент, исходя из тех сил, средств, которые у россиян есть, у них планов, ну, планы могут быть, но технически невыполнимая задача. Это именно на данный момент. Все может, конечно, меняться, а могут действительно вывести войска, допустим, и развернуть. Только смысл есть, везде должен быть какой-то смысл. Ну, он иногда у россиян, конечно, бессмысленные действия, очень сложные, там определить какую-то логику, но в таких масштабных задачах должен быть смысл. Абсолютно никакого смысла нет российской армии двигаться на Харьков, так как он не решает ни одной военной проблемы, ни одной. Наоборот, создает еще, допустим, несколько сотен километров фронта, у них не хватает сил, средств, чтобы 1200 километров фронта удерживать сейчас. И, во-вторых, это очень большое отвлечение сил, средств, допустим, которые они могли бы как-то накопить. То есть, а это практически нереально. Для того, чтобы двигаться на Харьков, россияне должны взять, допустим, ну, как минимум полугодовой, это минимум полугодовой, а реально там несколько лет паузу, такой период накопления, после этого разворачивать войска с движением. Потому на данный момент никаких таких, допустим, действий, по крайней мере, абсолютно не видно. Даже намеков на такие действия. А планы, ну планы же, сами понимаете, планировать можно что угодно. Вот они планировали высадиться на Луну или, по крайней мере, посадить станцию, не сложилось, просто шмякнулись об спутник. Но, тем не менее, можно теперь говорить, что российские там что-то там тоже лежит. То есть все зависит от все-таки реальных задач. Вот пока задачи в техническом исполнении на данный момент нереальны. Ну а дальше может быть что угодно.